148-й матч первенства «Алроса» по мини-футболу. Именно столько встреч за 7,5 месяцев провели команды предприятия «Алроса» и населенных пунктов Мирнинского района в спорткомплексе «Кимберлит». Напомним, в первенстве алмазной компании команды играли по круговой системе, каждая с каждой. За круг до окончания первенства сборная Рудника «Интернациональный» досрочно стала чемпионом. В последнем круге определялась судьба серебряного призера. Играли чемпионы против коллег из МНГОК. «Шахтер» проиграл со счетом 4-2 и занял третье место. Устали, это одним словом сказать, устали, да, целый год играть, каждый выходной, плюс это еще совмещать с работой. Тяжело, но это... как свое удовольствие, так скажем. Тяжело, но получаешь удовольствие. Первенство в этом году проводилось в 28-й раз. Всего за звание чемпионов в двух лигах, высшей и первой, боролись 19 команд. По правилам первенства, команды, занявшие первое и второе места в первой лиге, в следующем году переходят в сильнейшую высшую лигу. Это обогатители из МНГОК и команда «Алмаз Техмонтажа». А сборная, показавшая худший результат в высшей, «Алроса Охрана», переходит в первую лигу. Анна Винокурова, Илья Шипуля, медиакомпания «Алмазный край».